на канал Боблоклай. Меня зовут Владимир, и сегодня мы продолжаем прохождение игрушки Seven Days to Die. Итак, друзья, что сегодня по планам? По планам у нас сегодня то место будем проходить. У нас там квест по зачистке, да? Ой, не по... Ну да, зачистке принести там какую-то тему. Короче, нам надо подготовиться. Мне надо тут скинуть всякую хренотень. Так, вода есть, еда есть, аптечки есть, патроны есть... Все есть. Ну что ж, поехали. Надеюсь, мы не сдохнем. Так, знаете, друзья, надо еще взять на всякий пожарный. Потому что хера знает, как там пойдет все дело у нас. Надо взять такую вещь, как... Парочку этих. Денежки я могу оставить, по большому счету, здесь. Куда-нибудь сюда закину. Мне не нужны там. Мне нечего покупать. Не за что, вернее. Не за что. Ну и поехали. Смотреть, что тогда. Ну, скорее всего, мы-то пройдем ее, ну, не знаю, до торговца. Я, короче, проходил ее, зачищал. Это заняло мне около 4. Нет, около 5 часов игрового времени. Зачистить полностью это все дело. Посмотрим, как сейчас получится это все сделать. Надеюсь, что так же самое. Пацаны, давайте. Я, конечно, буду, скорее всего, работать автоматом, мало ли. Ну, здесь можно, конечно, этим поработать еще. Ну. Нормально. Я не взял аптечку. Блин, не аптечку, а против заразную тему. Нормально вот это. Врежь мы и все. Кто там еще возникает? Так, тут у нас лбешник. Здесь, походу, должны быть копы еще. Да. Все, завалили этих паскудников. Отлично. Он был вообще-то, значит, блин, М90 взять сюда. Это был бы оверкил, наверное, скорее всего. Ну, вроде бы пятая. Не буду ничего собирать этого говна. Чисто вот такие запчасти, может быть, там, роботехника, потому что, ну, все остальное. Нахер. Ну, ладно, пороха можно чуть взять сейчас. Ну, и водички. Конечно, куда без водички. И... Так, здесь мы все залутали, да? А. Может, что-то вкусненькое тут есть. Какая-нибудь книжечка или что-то вроде этого. Ну, дюки. Ну, хера знает. Так. Выпьем за любовь. Так. Не будем кушать эту гадость. Иди в баню. Так. Здесь у нас будут чуваки по-любому. Книжечки. Прыжки научиться прыгать тихо, приземляться снова на бою. Ого. Отлично. Так, тут чуваки должны быть. Я вижу ногу. Отлично. Но не знали, засчитается ли, если мы там прям в ступню ему ахиллесова пята. Ой. Ахиллесова пята. Не сработало, промазали мы. Эту ахиллесову пяту, ёпта. Так, что здесь? Ну, так как если будет даже ночь,
Ну, ничего страшного, потому что все-таки... Иди сюда, давай. Давай, давай. Так как ночь не ночь, но у нас тут очень много фералов. Пока не так бегают, просто простые зомби будут бегать тоже так же быстренько, как и эти. Так. Так, тут надо зарядиться. Ладно. А, это простые. Простые псы. А, так, это забираем. Книжечку, книжечку дайте. Ну, ладно, заберем пока что. Может быть, все-таки мы, если достанем Молли какой-нибудь композитный лук. Да что ж ты будешь, дверь заходи. Не помню, здесь что-то будет, кто-то мне на голову падать или не будет. Не, здесь не буду, здесь будут. Ой, здесь будет сейчас печально. Ах ты, крыса! Так. Ладно. Ну? Чё там? Должен быть. А ты уже сдохни уже, сколько можно. Так, тут будет еще один ферал. Ну давай. Ну хорошо. Ха-ха-ха, получи, бля, в таблец. Подлец. Так, что у нас здесь? Есть какие-то медикаменты? Хим столы. Заберем, что есть, а потом раскинем. О, хим это нужна вещь. Тестостерон, отлично. Пригодится. Сланец. Да нахер не сланец. Порох зачем я собираю, вообще не понимаю. Металл тоже зачем я собираю. Так, кстати говоря, мне же сигара в зубах, да? Да, у меня сигара в зубах. Так, зачистка. Тут надо будет всех и каждого чистить. Так, ладно, забираем. Это однозначно забираем. Что ты? Я не могу поднять офисный стул? Починить его. Йо, я думаю, что за херня? Думал, какого хера, я же вроде бы, блин, у меня пустой этот, как его, инвентарь, и тут такая вот шняга. Это не надо мне ничего из этого. Так, туда нам сейчас направляться. Это нам тоже не нужно. Ну и наверх сейчас, да? Давай наверх. Не помню, тут, кажется, будут какие-то ушлепки. Если не ошибаюсь. Ладно, это заберем, это скинем, нахер не сдалось. Так, куда мне сейчас надо было идти? Что здесь? Здесь закрыто? Здесь закрыто. Ага, я понял. Мне надо сюда. Нет. Ага, здесь будут чуваки по-любому. Давай уже. Там может и зелененький уже один есть. Ха-ха-ха. Пеханыч нормально раздает, блин, люлей тут. Давайте, друзья. Тварь живучая. Где ты там бегаешь? Чувак, да тут я здесь.
У меня всю малину может испортить эта тварь. Ты там застрял и сейчас... А секундочку, как я туда могу? Мне всю малину сейчас, блин, испохапнет по-любому. Надеюсь, что нет. Ладно, это мы поставим сюда. На всякий пожарный. Ну и работаем. Она по-любому фирал. Просто арбалет, это такая тема. Так, ты, кажется, еще один остался, да? Блин. Не один, еще два, там еще этот дровосек, походу. Да что ж ты будешь делать? А я уже убил его, что ли? Вот дебил. Отлично. Замечательно. Супер. Там бегает. В смысле? А, я не присел, твою мать. Где он тут? Может, это под низом он здесь тусит? Ну да. Тварь. Честно говоря, я время потратил на тебя только. Ну, побежали. Ладно, хоть там мир зачистили, зачистили уже, все нормально. Да, видите, друзья, как у нас сейчас тяжелая броня хорошо работает, блин. Хоть я вот бегаю нормально, и все, никаких проблем нету. И стамина так больше не регенится еще. Ну, еще там палочку очков закинем потом попозже. И у нас вообще будет шикарно все происходить здесь. Так, здесь у нас будет парочку топлива. Нахер не сдалось. Так, здесь у нас будет чувак. Иди сюда. Все. Чисто. Чисто, 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 чисто. Не надо мне тебя тоже, не надо. Ну, идем вниз. Так, я подожду больше. Топливо надо, топливо надо. Знаете, у нас с топливом, блин, косяки постоянные. Так, ну здесь будет довольно-таки жестоко. Мне здесь надо взять автомат. Ой, епта, я забыл про все. Все, оба сдохли. Ну все, по идее, должен быть. Я про них забыл как-то вообще. Тут будет опасно. Ну ладно. Так, у нас есть таблетки какие-нибудь? Нет, у нас никаких таблеток. Пиханыч, ну ты должен тут все разрулить мне, да? Короче, тут берем автомат, перезаряжаемся сразу. Сейчас у нас тут будет, блин.
Ну, Пиханыч, ну ты просто красавчик, я не могу просто с тобой. Ну ты молодца, ну молодца, ну что могу сказать, ты просто суперский. Пиханыч нормально тут распихал их всех. Так, здесь ничего больше не... Тут какой-то, блин, этот проход, блин, интересный мне туда. Ну ладно, я туда не залезу, у меня тут закрыто все. Куда дальше? Дальше вниз. Только вниз. Так, может, тут еще будут какие-то... Дайте мне, мне надо медицину, чтобы... Вдруг меня там треснули, чтобы я не зарядил, заразился какой-то дрянью. Так. Здорово, дружище. А ты что здесь отдыхаешь? О, ты. Это нам потом пригодится, чтобы оттуда выбраться. А, так, здесь ничего нет. Железный болт. Окей. Ну, здесь я могу так. Ну, я могу с высоты прыгнуть, и все будет нормально. Так, я тут не помню, были тут зомби у меня или нет. Не, были здесь. Ну, немного их тут было. Так, давай. Ничего такого особенного. Так, Пиханыч, давай ты на, все-таки на стражу станешь. Нихуя себе вмазал, ну, в лицо прям так. Ну что, за ним надо прыгать, сейчас вниз еще будет. А сюда иди. Сдох. Сдох, Бобик. На продажу. Алоэ сейчас намотаем чуть-чуть. 150 мне, да? Так, это можем скушать. И давай выпьем все-таки еще. Отлично. Собираем топляк. Попрошу. Так. А, закрыто, подожди. А, мне туда надо, туда надо, сюда. Так, здесь никого. Вот о чем я говорил. Ну, это можно оставить. Так, это можно подобрать. Не будем брать. Забираем, подберем. Так, это не будем трогать. Так, что здесь? Какие-то шмотки. Ладно, это заберем. Ничего не будем брать. Так. Что у меня здесь еще? Че, какого хера мне доски здесь валяются? Вообще, это тоже нахрен не нужна. Ну, пульки оставим. Что здесь еще такое? Мензурка, по-любому это нужна здесь. Так. Пиханыч, на всякий, пожарный. Я не знаю, кто это на тут будет нас ожидать здесь, но все-таки я тебя поставлю. А у нас тут уже ожидает фиралка. Улетело. Ну как... Чем мне это надо? Даже не... продать его нельзя, ничего с ним сделать нельзя. Так, здесь можем забрать эту штучку. А, это уже за дверцы. Блин, стопэ. А, не могу пролезть. Ладно, хер с ним. Черт с ним. Так, что здесь? Ничего толкового здесь. Тоже ничего толкового. А тут? Вообще говно. Ой, это заберем. Нам муж... У нас грибочков там вообще слабо. Стальные инструменты пригодятся, если вдруг. Так, здесь походу у нас... Да, есть тут чуточку пацанов здесь есть. Ну и здесь должно быть. Ага, здравствуй. Кого? Кто тут? Как тут? Что тут? Чем тут занимаетесь, дама? Да что ж ты будешь делать?
очень-очень дорогой стоящий лут. А что это за место такое, блин? Хоть бы что-нибудь спрятали здесь, блин. А то нихера не поставили. Так, Пихалыч. Жопу тебе. Ой, блин, по машине. Отдыхай. Утомился малейство мое, походу. Сталь, конечно. Но нет. А что-то мы там разберем, на что? Не, на лапки нахрен сдалась. Ладно, это скинем. Это что? Урон дальнего боя. А на сколько ты будешь? 6 минут. Ну, можно потом прям принять на душу. Пока что еще рановато. Так, что у нас здесь? Твою мать! Я, честно говоря, не ожидал, что что-то такое будет. Так, что у тебя здесь, дружище? Ничего, здесь у тебя. Ничего такого. Ну, маслица у нас есть, а ты... Не, не буду тебя брать, не надо мне. Так, уходим. Не помню, здесь были какие-то чуваки? Не, походу здесь не было. Но опять же, может поменяться все, да? Они могли быть не быть на данной стадии, да? Но... Так, там какая-то коробочка, надо за ней сходить. Здесь я могу пройти, потому что здесь два этих кубика проема. Так что нам будет достаточно места это все сделать. Книжечка. Сокол. Давай забираем это. Так. Мусор. Так, здесь у нас был ящик где-то внизу. Что у тебя тут вкусненького? Баксы. Ладно, заберем пока что. Потом всем будем выбрасывать половину отсюда. Так, что у нас здесь? Книжечка. Пошли. Так. Хорошо. Так, это наше задание. Который мы не можем забрать пока что. Так, ну и все, сейчас осталось только зачистить территорию и все. И забрать лутецкий. Так, ну не дай бог, будет автомат работать сейчас. Нет, не работает, все хорошо. Так, остальное я могу скинуть, тут ничего не нужно. Это можно, знаете что, друзья? Это... А че, зачем я выпиваю, мне же, блядь, полностью уже. Еще возьмем. Ну, что мне такого еще скинуть? Все нужно. Сейчас до велика идти, блин, не получится нам.
Так, там, походу, кто-то не ожидает, да? Пиганыч. Я тебе на всякий случай поставлю здесь где-то. А то я не знаю, кто на меня там еще налететь может. Вроде бы никого. Помню. Ну, вот сюда. Ну, сюда мы сейчас в автомат вылетаем и делаем такую тему. И бежим обратно! Пиханыч, ты чё, халтуришь? Нехило. Нормально, тут кучу раскидали здесь. Так, что-то надо... А, ну, чинить пока что не надо. Стероид похнет, там валяется, не нужен. Посмотрим, что у нас здесь. Где железо? Лучше железо возьмем. Все равно... Скидывать все дело это. Подожди, отсюда мы пришли. Да. Так, а здесь у нас еще где-то есть. Да, вот он. А что у нас здесь? Ничего толкового, тут, да, тут стероид был. А, давай, тогда баним его просто. Так. А что за патрон опять взял, окей? Ну? А, я не могу тебя поднять. А, вот куда эти патроны бежали. Так. Клей, 9 штук, это неплохо. Картошина. Ну, такой живучий, посмотрите на него. Ну да, ну тут еще очень... Походу дохерища, что чистить надо будет. Все вот там.
Ну, уходите. Где же вы все остальные? Я не понимаю. Где мне вас искать сейчас? Это чистить область. Так, тут у нас большой лут. Самое противное, то сейчас не буду знать, где они вообще находятся. Мы будем блуждать и искать, где это все. Очистить область. Ну, смотри, что за лутецки нам еще дадут сейчас здесь. Будет очень интересно. Ну. Вот так себе. Так, значит, что мы скидываем теперь? Боже, ты ж мой. Ладно, мы тебя скинем. Это забираем. Это у нас плюс 0. Аптечку. Ой. Аптечку надо забрать все-таки. Это тоже надо как-то бы разобрать. Твою мать, сколько ты стоишь? 400 баксов, блин. Нельзя такую выкидывать. Латунь нахуй скинем. Нож ты 116. Маску скинем. Баксы нужны. Ну так, что это у нас? Части стальной брони. У меня же их там, походу, дохерища, если не ошибаюсь. Ну да ладно. Ну, значит, сделаем, скинем. Банки с консервом, наверное, вот это все. Давай сожжем, не будем скидывать, что тут надо скидывать. Так, ну и пошли искать этих, блядь, ушлепков. Ну, просто где они сейчас будут находиться. Здесь никого. А, здесь лестница есть. Может, здесь кого-то найдем? Ага, здравствуй. Фирал. Ну, здесь уже был. А наверху. Внизу. Так, ты что, подожди, ну то где-то определись, где-то или наверху, или внизу. Так. А кто там застрял? Ну все, до 10 даже не дошли, друзья. Смотри, все зачистили. И прекрасно. Я думал, что будет... О, подожди, что здесь не собрал? Нихера себе, это как это? Нифига себе. Это что это? Здесь у нас что? Магнум разбирать, разобрать. И тебя тоже разобрать. Это латунь будет у нас. Ну, как логично, мы не успеем сейчас сдать задание, потому что уже 10 часов.
Наш торговец Джон, блядь, за, уже тусуется где-то. Да ладно, чёрт с ним, нахуй, там латуни-то херово. Пошли. А, там же был выход у нас. Прям выйдем. Подожди, где он был? Твою мать. Здесь? Да нет, чё, пошли нах париться. Пошли через эту дверь. Так, сюда наверх. Здесь мы должны вылезти. Ну что, мы, как-то я скажу, не так уж тяжело было пройти эту пятую... Пятый уровень? Ну, конечно, Пиханыч нормально отработал, что могу сказать. Пиханыч красавчик вообще. Книжечки есть? Или нет, нет книжечки, ладно, дербани. Пиханыч нормально отработал. Накрутим фары и погнали в базу разгружаться. Что, друзья, я думаю, сейчас мы просто прервемся. Я пойду покопаю что-нибудь там за на... Ну, там, где есть селитра и свинец. Мне нужно свинец и селитра, чтобы было на будущее. Так что, друзья, скоро вернемся. Ну что ж, друзья, короче, вернулся я с... Ну, возвращаюсь, вернее, с... Давай-то какого... Добычи ресурсов. И сейчас возвращаемся на... к нашему торговцу, чтобы продать. Ну, что продать? Ну, тоже продать, тоже, что у нас есть, и сдать задание. Так, у нас полный мотоцикл всякого добра. Я на майн нафармил очень много этого какого свинца. Ну и металла, и камни, короче. Видите, у нас 6, ну почти что сколько там, 14 тысяч свинца мы нафармили, друзья, блин, вообще нереальное количество. Ну и плюс тут целый мотоцикл у меня еще. Надо что-нибудь продать, надо скушать вот эту тему. Напиток я, конечно, не буду использовать, чтобы, ну, бухнуть его. Все равно все остальное можем продать. Черт, потому что у меня там целая куча всякого говна на базе, блин, и мы его не используем. Мы, короче, сейчас быстренько это все продадим, отдадим. Так, короче, сначала надо бухнем это. Сколько тут минут у нас будет? 6 минут. Бензопила, твою мать, шахтерский том, ну, снайперская винтовка однозначно и бензопила. Завершаем. И можно вас винтить и продаем. Так, продаем все, что у нас здесь есть. Так. Остальное это. Сколько у нас денег уже? Сколько мы напродали? Где мои дублоны? 18 тысяч. Пошли заберем еще. У нас 6 минут, 5 минут времени. Давай. Серебро-то не продал. Ладно, это выложим. Сейчас на базу сбегаем. Так, что нам надо продать? Это. Нет, этого не надо. Это. Убежали на базу быстренько. Я не поеду на мотике. На сколько? 450. Побежали. У нас там еще целая куча говна. Надо сбагрить его. Так. Где у нас было здесь? Побежали. Сейчас нам 20, получается 20% у нас плюсом. Я не хотел 1500 тратить на выпивку, потому что это пипец, это очень дорого. Лучше я продам с, под конфетами еще с сигарой. Все нормально. Так.
Продаем. Thank you, Survivor. Побежали еще. Хорошо, что у них еще нет пока что лимита по боссу, по деньгам. Это было бы обломно, если были бы лимиты какие-то. Так, вот 3 минуты. Давай, быстренько. Тут что-то еще есть на продажу. Ну, вот эти я хотел продать. Велосипед, байк. Да, я мог их продать, мне их не сдались вообще. Так, это у нас добыча. 4, это продаем. Интеллект. Продаем. Что еще? Ну, это можно продать. Это тоже можно продать, нам не нужно. Это тоже можно продать. Что здесь? Это можно продать. Можно продать. Я не собираюсь в зиму уходить. Тоже можно продать. Что еще такое можно скинуть? Ну, лопат у меня уже есть. Это можно продать. Это у нас уже есть. Что еще? Что еще? Это у нас есть. Это у нас тоже есть. Это тоже у нас есть. Это оставим. Это по одному все сейчас. Так, мне кажется, уже это есть одно, да? Да, можно продать ее тоже. Тут что-нибудь есть на продажу? Нет, здесь. Себя на продажу. Тебя. Тебя, тебя. Так, минута 40. Здесь еще что-нибудь на продажу? Нет, нет ничего на продажу. Здесь нет, тоже нету. Здесь тоже ничего. Так, у нас здесь патроны только. Здесь у нас оружие. Ладно, побежали. Минута 28. Это будет, походу, уже все. Я думаю, что все продадим. Так, да-да-да, быстро. В смысле? А, все уже, да? Ну, короче, друзья, мы 40 тысяч наварили, бля, ёхайды. Вообще, у тебя еще что-нибудь вкусненькое новое? Нет, ничего вкусненького нового нету, да? Мачете, стальное копье, железный арбалет, это я уже сам продал. Автомат, 23 штуки, ептать, вообще с ума сошел. Ну, а здесь ничего, ничего. Ясно. Короче, забираем работу. Принести, очистить. Нашествие ликвидировано. Отлично. Ну, это уже, скорее всего, будет у нас на следующем эпизоде. Ну, а сейчас, друзья, я посмотрю, сколько у нас времени, по большому счету, все это идет. Если мало, значит, мы еще займемся некоторыми вещами. Ну, я не знаю, посмотрим. Сейчас скоро. Ну, скорее всего, я думаю, что просто будем сейчас завязывать. Уже достаточно долго идет, минут 40 уже идет видео. Так что, друзья, если есть какие-то советы, рекомендации по поводу игрушки, не стесняйтесь, оставляйте комментарии под этим или под любым другим видосиком. Вот. Если вам, конечно, понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на каналчик, нажмите на колокольчик, чтобы получать новые оповещения насчет новых видео, друзья. А на сегодня с вами прощаюсь. Всего вам доброго и пока-пока.